Всем привет! В 2024 году состоится премьера 12-серийного сериала под названием «Я дождусь». Если вы планируете смотреть данный сериал, ставьте лайк, чтобы видеть, сколько нас. На дворе конец 60-х годов. Кирилл и Надя счастливы, потому что у них есть двое сыновей, которых они вместе воспитывают и растят. Но однажды покой семьи нарушает приезд нового парторга Вадима. Кирилл сразу же влюбляется в его жену Валентину, и между мужчинами возникает серьезный конфликт. После того, как Вадим погибает на охоте, все подозрения сразу же падают на Кирилла, и его арестовывают по подозрению в убийстве, и в итоге садят за решетку. Проходят годы, и Кирилла освобождают. Вернувшись домой, он сразу же хотел жениться на Валентине, так как очень сильно ждал этой встречи, но оказалось, что она уже замужем. Валя не собиралась годами сидеть одна в ожидании Кирилла, поэтому она быстро вышла замуж. Параллельно со своими проблемами пытаются разобраться и дети Кирилла и Вадима. Конфликты их отцов и неспокойные события в стране ставят их каждый день перед очень сложным выбором.